Приветствую на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Бэтмена. Загружаем. Проникните в канализацию под полицейским управлением Готэм. Хорошо. Проникнем. Ага. Ну недалеко так-то вот. Блок данных. С компроматом. А, чтобы расшифровать файл с компроматом. Зачем расшифровать? Штаб-квартира Энигмы. Когда все трансляторы будут. Ладно. Ну давай. Опа. Что, где-то здесь? Вот так. Господи. Да мать его, не пролазит. Три удара. Блин. На. На, добиваешь. Вот так. Минутку. Так.
Ага. Так. Ага, туда не могу. Что делать? Strange. These are black masks. Ох ты! Странно, эти люди в черных масках. Не ожидал их встретить в канализации. На. Ну блин. На. Ну давай. Какой-то мастер, оказывается, был. А я его как-то унизил, получается. Открываем, заходим. Так. Ни хрена. Так. Да стойте вы. Не, спокойно все. Ага.
не пролазит. Понятно, через воду не стрельнет. Где это? Опс. Пробили. Ага, вон оно что. Ради вот этого мы сюда лезли. Бум. Добил. Давай сюда, 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 сюда. Тащил. Вот это там ничего, шокирующая бомба, что она делает? I'm under the GCPD. Why are Black Mask's men planting explosives here? Yeah. The cops have always been on his payroll. Вот. Yeah. На. А ну-ка, ну-ка. Ага.
Давай. Без допроса, да? Вот и поднимаемся. Вау! Вот так. На, ни хрена ты. Ну вот так вот, всех. Так. Ага, со всеми, значит, разобрались. Что тут взять можно? Нет, ничего. Ну давай, подтверди доступ к национальной уголовной базе данных. Теперь ты можешь провести анализ ДНК, еще я отсылаю досье по делу Тейзи Тайворс. Это фото было сделано в день убийств. Совпадение полное. ДНК может рассказать больше. Но вот что упустила полиция. Роману Сион принадлежит коммерческий банк Готэма. И он установил биометрическую защиту, выпускающую только его. Блин. Жопа жопная. Я узнал достаточно, чтобы распутать дело о Лейзи. Вот так было дело. Давай, смотрим, как дело было. Знаешь, the casualty of a turf war. Uh-huh. Murdered by the penguin. Это не он был, не маска. Но я знаю правду. Someone spooked Sionis's girlfriend. Uh-huh. Девушка, ага, пришла. Which was anything but safe. Sionis showed up later. Ready for trouble and found it. Or so it seemed. Так это выглядело. Но он маску другому дал.
giving himself the element of surprise. Зайдешь по тудово. There was a fight. Умный падла. Сайонас lost. The killer didn't hesitate to shoot the decoy, but he wanted Roman alive to access the cash stored at the Gotham Merchants Bank. With Sionis under control, all that remained was to tie up loose ends. But it wasn't the fire that killed Sionis's girlfriend. What kind of monster forces a man to kill the ones he loves? What the? The Joker. He's the shadow I've been chasing. Joker. And now I know where he's going next. Gotham Merchants Bank. Коммерческий банк. Ни хрена себе. Ситуёвина. Alfred, see if you can find any information on someone named the Joker. По имени Джокер. Ничего не вижу. Он взял заложники черную массу. I don't think so. Не пойди. What I can tell, he's worth more to the Joker alive. The Joker will... Давай. Это мы и так поняли. Ладно. Уходим. Так, а почему не уходится? Так, ладно. Тут нету ничего. Ага. Видимо, у меня какой-то атрибутики нету. Ух ты, заяц. Это гарантированно. Грандиозный мероприятие. Певцы. We do hope that you can come. You can come. You can come. We do hope that you can come to share it all the joy. Greetings and salutations, Batman. I am Jervis Ketch, inventor, and part-time haberdasher. You must be wondering why it is I sought you out. Well, I have an employment opportunity I'd like to discuss with you. Help me, please. If you can hear me. Он хочет. Мужчина, поэтому и хочет. Ну давай. Ясен, как майское небо. Не беспокойся. Я как-то не переживу, вообще насрать. Безумный кот. Так, ну вот я и вышел. Сейчас посмотрим, где я есть, где я есть, где я есть.
И куда мне сейчас идти? Вот сюда идти. Давно срать на ваши совершаются преступления. Пусть совершаются. Я не мешаю им, они не мешают мне. На. Давай, допрашиваю побыстрее. Просто он мне под руку попался, козлина. Где компромат? Окей. Ну так-то мне. Но я еще и не дошел даже. Пролетал мимо. Да, разматываю их. Бум. Так, а чё помехи-то создаёт? Slinking away, are you? I guess in the end you just didn't measure up, did you? But when the bar's been set so high, who can? Так. Так,
Только не говори, что это все одно. Что-то я не понял, как я открыл это дело. Получается, мне ее надо как-то спустить. Все понятно. Это дальше уже по сюжету. Разочек. Блин, не пролетел. Any available homicide unit, please respond to 187 in the Bowery. Officers on scene report victim of in Smith Nights, huh? Again, wish you a Merry Christmas. You too. Вот что увидел. Вот так вот, надо как-то попасть под этот купол.
Вообще не туда. Так, ну-ка задание. Выясни местонахождение черной маски, проникни в коммерческий банк Готэма. Спасибо. Ага. There must be another way inside. Где-то должен быть еще один вход. Охренеть. Через крышу. Блин, а в следующей части этот городок уже подразрушен. И вот здесь вот тоже уже эти стоят. Вот так. Вот, проникли в банк, все. Сезам, откройся. Музей больше похож, они на банк. Bodies everywhere. The Joker may still be here in the vault. I should use caution. They're all dead. There's something more sinister going on here. Так. Полез. Давай. Прекрасно. Блин, мое приложение. Я за Джокером пришел. Не знаю такого. Джокера. И куколка, знаешь Джокера? Так она и есть Джокер. Не понимает. Name Joker, ring a bell. А вы, сэр? Думаешь, можешь меня ограбить, и это сойдет с рук? Ты покойник. Алиса, ну-ка тихо.
Ну что, какое-то зверство прямо тут. Нет, он сам Джокер. Это ты нанял убить. Предприятием сил тоже ты заправляешь. Нормально, это мое предприятие. Я, ну ребята. Ну, отпусти ее, у вас есть я. Ага, так она с ним. Посмотри, что я приготовил, ты сможешь мелкое развлечение. Вот, посмейся надо мной. Совсем как 8 маленьких оленей. Так. Она умерла. Да, безумие. Something's jamming my signal. I need to figure out what it is and take it out. If he was dead, there'd be a body. There ain't no body. Well, since I know. The Joker knows I survived the explosion. I need to hurry before he kills Sionis or anyone else. This don't make no sense. He's shot. Yeah. How many places could he be hiding? Maybe he ain't injured. Or maybe you're just as blind as you are stupid. Come on, yes. Can't find him, man. He ain't here. If I find his ass, I'm gonna punch you in the face. Kill him. Oh. Wait! As your new commander-in-chief, I've got one simple order for you. What's that? No one gets out of that bank alive. Oh. Nah. Ну. Допрос? Stop. Where's the Joker going? Куда направляется Джокер? Он совсем псих, поубивал кучу ребят в черной маске за то, что они отказывались ему подчиниться. Хочешь к ним присоединиться? Говори. Али литейный завод. Да, блин, значит, это получается, эта игра перед той, как надо было играть. У меня есть та игра Бэтмена в записи-то. Смотреть. Вышли чертежи. Так, ага. Он убьет, если они успеют во-первых. He's taken over Black Mask's operations and slaughtered the men who wouldn't turn. He's the one who hired the assassins. And it must be he. Not a chance. Не. Куда попаду? Ага. Я пока все еще здесь.
Так. Сомневаюсь, конечно, что она здесь одна. Давай, молодец. Так. Это я здесь оказался. Ну все, один вход, один выход. Так. Блин, хотел спланировать еще им за спину сюда. Ну ладно. Не получилось. Да, всех разбил. Здесь у нас чего? А где от тебя провода-то? Ага. Давай взломаем. Опс. Взял. Так, а мне куда-то надо в другое место, да? Надо на крышу подняться. Надавал мужикам по мордам ни за что, не просто. Вау.
Мать вашу! Все с оружием. Все такие, ну ладно. Ну, Джокер хоть появился. Снайпера могут заметить Бэтмена даже в темноте на большом расстоянии. Следите за лазерными лучами прицелов и избегайте их. Ну, это мы уж так поняли. Так знали. Удары шоковыми перчатками возможно блокировать. Вот так. Ух ты, лежит. Ну я возьму. Так. Ду-ду-ду-ду. Так, где вы еще есть? Я поймал его, ага. Да тихо ты. На, опять одному и тому же пойдет достается. Так, а мне как-то надо выбрать только одну.
got his ass beat. Little help! Hey, buddy! Up and at him! Oh, man! Huh? Oh, this is bad. This is really, really bad. Everyone fan out so we can't slip between us. На. What the hell was that? I'll let it go. Вот так. Аж двоих. Давай. Даже и не знал, что я здесь был, да? Сэм, I've isolated the electromagnetic signal on electrocutioner's gloves. You can track him with your scanner now. A bit late, Alfred. I'm about to get my hands on Black Mask. And maybe the Joker, too. Давай. Well, it's ready to go, should you need it. Если что, сигнал готов. Подождите вы. Иди сюда. Вот. Почему тебя в бою не было? Надо найти код доступа. I'll need to find the access code to unlock this door.
Куда? Поехали. На. Все? Давай. Батарангами добил. Внимательно компьютер, чтобы узнать. Код доступа. Альфред, давай. Действуй, злодействуй. Получаю, сэр. Interesting. Cyanus had a pacemaker. Надо же, у Сионуса кардиостимулятор. Тут написано, что у него сердечное заболевание. Если у него сильно увеличится пульс, может произойти остановка сердца. Сион следил за Джокером. На этих фотографиях он добывает химикаты для взрывчатки. Если найду Сионуса, смогу узнать, что замышляет Джокер. Я нашел охранные коды, которые вы искали. Теперь у нас есть доступ к зданию. Я просмотрел файл и нашел сведения о веществе вроде того, что требуется для клевой гранаты. Я попробую синтезировать его в вашей лаборатории. Если так, для вас прототип, так только суставы вулканизируются. Ага. Будет новая граната. Видите, как хорошо. Химикат. Что это было? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.